Новые подробности в деле о школьных кражах. Напомню, сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего мужчину. Он обвиняется в том, что украл у сотрудницы одной из ноябрьских школ кошелек, в котором находилось 13,5 тысяч рублей. Подозреваемый задержан. И вот сегодня стало известно, что он причастен и к другим кражам, совершенных в образовательных учреждениях Ноябрьска. В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый зашел в здание одной из школ города без регистрации у охранника, после чего незаконно проник в служебный кабинет, откуда похитил чужое имущество и скрылся с места совершения преступления. Одной из причин, способствовавшей совершению данных преступлений, явилось то, что входные двери рабочих кабинетов не были заперты на запорное устройство при отсутствии в них работников. Отдел МВД России по городу Ноябрьску обращается к жителям города более бережнее относиться к сохранности личного имущества.